Здорово, народ, с вами Макс, и сегодня будет последняя поделка в этом году, в этом уходящем 2017 году. Так как я решил сделать своему сыну лошадку-качалку, мне жена сказала, что лошадка-качалка должна быть полностью разборно-сборная, вот, чтобы не занимала места, и в дальнейшем можно было ее убрать. Полазив в интернете и посмотрев, что предлагают нам, я понял, что варианты неподходящий. Ни такой, ни первый вариант, ни второй. И подобие такого ничего нас не устроило. Не то, что по деньгам, а вот именно по форме, по содержанию. И я приступил к работе. Решил сделать своими руками все это дело. Значит, за основу взялся у меня вот остатки от старого шкафа были, ДСП. Да оно и пошло в ход. Трафаретик я вырезал. И начал уже подгонять все эти детали по затратам, что у меня вышло на мою лошадку. Я купил 4 болта на 10 длиной, ну, 4 гайки, банку краски и прямые руки ко всему этому. Все это соединил, посмотрел, и мне показалось то, что лошадка получилась довольно-таки узковата. Вот в данный момент она вот имеет такую форму, и я решил все-таки усилить ее и сделать ее немножечко пошире, для того, чтобы ребенок сидел не на жердочке, а на широкой полоске. И все-таки она должна быть устойчивая, и как бы усилил ее дополнительно еще из остатков, склеил все это вместе, и вот в дальнейшем все это сейчас просверлил и скрепил, получилась намного лучше конструкция, поувереннее он чувствовать себя будет. Дуги сделал я из фанеры 12-й. И остальные части, оставалось у меня две полоски от кровати, вот эти вот пружинистые такие, я не знаю, как они называются, но в целом из них я сделал перекладинки, которые будут держать две дуги. Самое главное в этом деле, чтобы все хорошо разметить и не было перекосов, чтобы потом не повело дуги, чтобы ни одна и ни другая сторона стояли ровненько и равномерно. Приходилось все время снимать, это все подгонять напильничком. Короче, чтобы все пазики становились прям вот так вот чётенько, чтобы все влазило, аккуратненько все было.
такая конструкция, без особых больших ребер, жесткости, которые вот усиливают обычно эти дуги. Сделал все именно вот, зафиксировал именно на такие вот маленькие уголки и маленькие саморезы, для того, чтобы все это надежно держалось и в дальнейшем, ну, не разошлось, потому что ситуации могут быть разные, чтобы все было крепко. Ну и так как я усилил, как говорится, передние и задние части лошади, настало время и боковин, чтобы именно посадочное место было широкое. Все это дело выпилил. Сделал хвост, который встроил вовнутрь, он смотрится так вот очень, как монолитный. Зашел, смотрится четко. Ну, в дальнейшем, собрав всю эту конструкцию на 4 болта с гайками, все это скрутив, я уже приступил к покраске. И красил я его в коричневый вот такой желтоватый цвет. Вниз качалки я покрасил красный с черным, такой бордовый цвет получился основание. Что хочу сказать, так как токарника у меня нету, приходилось все изобретать на ходу, считая, вся лошадка собрана по большому счету на коленке. Таким способом пришлось мне прикрепить дрель, закрепить в нее деревяшку и обрабатывать. Инструмента нету, ничего особого нету, навыков токарить на станке нету, пришлось все как бы симпровизировать. Но сделал вот таких 4 ручки, это для ног подставки. Значит, туда запрессовал гайки, запрессовал внутрь, заклеил их, и они будут ворачиваться уже на шпильку в дальнейшем. Ну, это вы увидите в ролике. Отрезал шпильку по длине, какую надо, вот, разметил все это, отрезал, насверлил отверстие, где примерно должна становиться нога, и уже все это зафиксировал. Ну и, соответственно, в дальнейшем все увидите.
вот она качается. Все получается, как в принципе и было задумано. Ну и тут началась сборка. В принципе, все детали уже покрашены, подогнаны. Все это собирается в единую конструкцию. Подставки для ножек, для рук. Лошадка готова. По большому счету осталось сделать что? Только седло. Супруга сделала седло, вырезала и сшила ему седло. Ну и в дальнейшем вы увидите, что в конце получилось. Смотрите. Ну что ж, всем спасибо и пока.